Никами базарить не хочу, не буду донатить им нахуй. В смысле, ты че? Ты хейтер аниме? О, все. Чеси, нахуй, привет. В смысле, Чеси, за шо? За свою со своими, блядь, стелормутскими, блядь, замашками, нахуй, блядь. Фу, блядь. О, я ж то же самое вчера кричал, когда увидел твою хуйню, блядь. Да, нормальная игра. Только увидел, у меня сразу вот так вот. Сука, да. Ты скачай, попробуй, что ты как это? С этого все и начинается, а ты скачай, попробуй, что ты. Да. Все, да, я там игры не если, увидел. Если, блядь, жена увидит эту хуйню, ебать, она нож нахуй начнет точить. Вы что, ебанулись, блядь, нахуй? В смысле, она что, тоже аниме хейтит, что ли? Не, она просто, блядь, подумает, что я нахуй сошел с ума, блядь. Что мне начал подтекать про потолок, ебать. Ну вы, конечно, хейтеры, я не могу просто. Да там игрой и не пахнет, блядь. Там просто... Да вот чистая эти... помойка, нахуй. Фу. Это коллекционная... Фу, блядь. Обычно и все. Там фармить, гриндить, сидеть и все. Драчи... В смысле, фармить. Драчи. Нахуй я меня кикнул, блядь. Заходи, за руку. Может, ты локом пойдешь? Давай. Как идея? Ты молчал. Идея так себе, я и кусь курю. Мне просто лучше 3 лока, чем 3 роги. Ну, я думаю, своим рогой дам больше, чем локом. У него же такой лок, знаешь, как бы посредственный теперь. Чё, что, обычный режим понятно. Запускаем, да? Давай не плюс 3, там, короче, говорят, плюс 3 можно. Нихуя не падает, блядь, спасибо, мы же Никиту послушали, блядь. А, не падает нихуя? Что, мы утюга обычный, да, делаем? Плюсик поставил, Саш. Бля, может, потреним? Может, и получится. Да ничего не получится. Но так будет. Что решили с танками? Кто будет танчить? Ну, и пусть и Егор, и Артстайл да. берут, потому что на руках там 3 же танка нам нужно. Вообще без ретрика будем бить, получается. Давай я тоже спекаться буду, когда надо будет танк. Ну, ты тоже бери с собой, будем по ситуации смотреть. А ну, сорян, у меня телефон. Ты ж не на каждом боссе. Одного груди ждем. Нужно до левика доехать пока. Чё, садитесь по машине, чё? Или, может, всех суманду сначала сюда? Да, суманите. Сань, шумани Тёме, пожалуйста, сам. Ну, а с модей поставь шкаф, давай суманим всех. Давай, поставь. Где тут тыкните кто-нибудь. Прием. Прием. Да, ну пока, наверное. Ну, по факту получится, что мы, блядь, только робота в хейме ебанем и ходера, блядь, остальное все в изи. Как обычно. Давай шкаф с модейч. Надо попробовать совет. Вот, ну, собрание-то. С кем? С 210-ми танками пробовать? Ну, или хотя бы их оставить, пока эти не придут. Можно оставить. Смысла нет его пробовать. Вайда сложит, блядь, как я не знаю кого. А с модель 100 шкаф. Том что-то вкажет. Лёха, что там у Артёма? Он клиент переустанавливал, но сейчас уже... Так а чем Дискорд не может зайти, блядь? Сейчас ему Саня шуманёт. Я уже указания выдал. Аркадий, садись со мной, где ты там есть? Вы меня суманите, пожалуйста. Поставь шкаф. Никита, поставь шкаф.
Бля, ну там, да, он что-то надолго. Он говорит, можете первых там двух-трех боссов без меня, а потом это... Такое, короче. Ну, как вариант, типа, мы можем взять, допустим, какого-нибудь рестор-друида, спикнуть Суфа в сову, Арчи в хила, если прям шаман нужен. Ну, это прям пиздец. Да не, Арчи, наверное, лучше пусть так будет. Ну, Арчи уже дамажит, нахуя его спикать в хила, блин. Да, очевидно, да. Ну, смотрите, вот кто сейчас в шестой пати сидит, если есть желание с нами пойти КД повешать, то как бы вешайте, я вам фул ЕП дам. Выбирай, либо хочу какать, либо... Рольните, если вам похуй, то рольните, типа. Обосранец, у тебя, блядь, РДРУ есть? Ну, а кто у него, если не РДРУ? Да я ж не знаю, блядь, может у него сова, блядь. Я бы лучше буксово взял бы, конечно. Да? Почему? Хочу какать себя плохо проявляет? Ну, такое себе. Ну, когда сказали, блядь, дел, бейте на все бабки, он, говорит, средства, начал танцевать, ебать. Нормально, пацан, блядь, как думаете? Потому что он все-таки реанимировался. Ладно, ребят, там ДК и Буксол пока без вас. Ставь шкаф, Никит. Давайте сумонимся там. Трэш почистили уже, нет? Нет, никто не сумонит, людей тут мало. А смотри, стоит шкаф, не ставит, мерзавец. Ставь шкаф, Максим. Эти там возле шкафа, да быстрее. Скажите, пожалуйста. Егор, давай, реги там, что тебе черну, быстренько. Арсал, у тебя танк с массакрой? Ну тогда спекайся ты в танка, потому что у Егора массакра есть и так. Чтоб у нас три какие-то левые. Чтоб три массакры было. Кого сейчас ума надо, плюс в рейд быстрее. Ты мне на точность дал, на руки. Все тут надо еще кого-то сумму, нет? Такого нет, походу, дела. А что ему надо? Выносливый сервер. На что, на запы? Mm-hmm. А, это научить. Спекайся тогда артстайл в танка. Артстайл и воид будут танчить. Чтоб три массакры было. Выключили хэм, нет? Угу. Все, чистим тогда по центру, блять, и все. Берите, блять, машину последнюю, он там осталось. Трофейный разрушитель. Поехали по центру чистить все это дерьмо.
Женек, взять мотоцикл, я слезть с него, блядь, не могу. Ну чё ты тут? Давай садись. Пиздец. Нахуй вы садитесь на эти ебаные мотоциклы, когда ещё не позанимали машину? Вот скажите мне, пожалуйста. В смысле, не, все машины забрали. Стоял мотоцикл и сел... Я уезжал только что последним, только что сели в трофейный разрушитель и только что сели в осадную машину. Нахуй ты пиздишь, блядь? Я тебе говорю, вот, сели в осадку, она поехала, я подбежал в этот, блядь, банк, в чоппер. А, тут в литературе сидит. Ты чё, давай, едь. Куда? Сядьте кто-нибудь, блядь, ко мне, нахуй. У нас там тачка разъебала. Колчатан ебучий собирать, блядь. Женёк, Женёк, подъедь сюда ко мне, сюда. Блядь, чё ты в люльке забыл? Слезь отсюда. Я ушёл. В люльке сидите, афкашите, нахуя? Надо же делом заниматься. Бля, не разливайте лужи, алло. Вы только хуже делаете. Этот обосранец на трэше умирает, ебать. Все нормально, блядь. Да я его выгнал с мотоцикла. Сидит в люльке. В люльке же нихуя не делаешь. Катаешься. Ну, блядь. Блять, с маяка откуда-то пиздуют мобы, блять. Придется ломать нахуй. Да сейчас. Сейчас спокойно. Вон они, стоишь спокойно. Ебать, да сейчас мобы разъебут нахуй, блять. Егор, подбей колчедан. Я получил роса. Чего туда заехали? Вот ну что мобы идут с маяка, блядь. Стой. Поехали, тут маяк надо сломать еще. Вроде перестали идти. Все, ладно, вот это моба убиваем и уходим. Это же босса спулили? Угу, ну зачистили там двух больше. Да, зато зачистили. Да, только, блядь, моб бежит великан, сейчас ебало набьет нахуй. А чё мобам похуй, типа, они бегут просто и всё. Нет, не туда убегают круто. Черт. Кстати, убейте большого. Все, пополняйте себе энергию. Рассаживайтесь там по машинам. Даша, ты куда ушла? Меня почему-то при посадке каждый раз выкидывает. Ну, типа, первый раз, когда сажусь только в машине. Ну, наверное, надо проверку клиента сделать. Так, так я делала, она мне не помогает. Не сейчас. Это какая-то хуйня, блядь, нездоровая. У кого места есть, кому сесть? Разбейте еще сверху, колчедан еще упали. Заезжайте все по машинам быстрее, заезжайте.
Портал осадной машиной займите. Все, садитесь, Тонька, мне разрушить. Сначала инста скакать не обязательно. Портал есть. Давайте быстрее садитесь по машинам. Чем вы там нахуй занимаетесь? Вылезьте нахуй с этих ебаных мотоциклов, блядь. В осадку еще сядьте один, кто-то водитель. Стоит пустая, нахуй, какого хуя? Везде, чтобы по два человека было, блядь. Мотоциклы-то, они должны быть заняты, я не понимаю, почему, блядь, осадки стоят. Че, агонист ко мне зачем-то сел? Вон, смотри, прям на въезде там сидит, ой, стоит. Обосранец, что у тебя нахуй не выходит, блядь? Представь, прыгни в мотоцикл, ну его нахуй. Занимайте все машины, чтобы везде было по два. Кто там со мной подтянет, блядь? Наведи туда мышкой, блядь, и посмотри, кто с тобой. Все готовы, танки, давайте, пуляйте. Стреляем. Держите все 10 стаков, не проебуйте. Быстрее умрет. Все, и сразу побежали туда дальше. Не надо тут стоять, он лут охранять, он никуда не денется. Башка, БУЕ, металлочка. Ну как робота или сразу на острокрылую? На острокрылую. Сигниса танковских вещей дохуя падает. Ставьте рыбу, кушайте. Артстайл в танка, да? Арстайл, ты тогда танчишь, блядь, этот, большой, ну, этот, пачки мобов, воид соло мобов выдергиваешь и танчишь их. Давайте ребавчик быстренько. Аверн по Лое, Лое по мне, я по Аверну МК. Кто кулаки бафает? Пороги кулака нету. Арстайл, по всем каски этот прота. Егор там каски, Владимир кулаки МП5 раздавал, чтобы прота была вся хуйня. Фласочки не забудьте пропить. Венес, это же ДЦ, все правильно. Чек на готовность, сейчас запускать буду. Кулака нету на роге. Дайте Владимир, бафай. Еще кулака. Владимир. Миша, ты тут? Угу, бафает. Сейчас он все раздаст. Хорошо, ждем. Обычно один, блядь, вышел здоровый к
кливаем, значит, миляк, потом бьем большого, блядь, два бысла больших, РДДшники сразу по большим играют. А мы чё, в три этого, растер дрида ебашим? Да. Красиво. Севый даун. В лужах не стоим, обом касты сбиваете по возможности. Крик на хп, если можно. Дох, кричи на хп. Так, две пушки уже зарядили. Стрелять из двух. Сейчас после этого трэша будем садить и играть по ней. Ой, дергай второго большого, это твой. Все, босса посадили, играем по боссу. Под лицом никто не стоит, это не нужно. Коровы, можете расовый стан давать, не стесняться. РДД, играем их милики, отходите, они сейчас закрутят, пизды дадут. Вон, мелочь вышла, кливаем ее. Сажать? Сажать. Да. Подводите трэш под босса, тут его докливаем, давайте геру будем переводить.
Ебать, не перевели, охуенно, блядь. Причем до хуя, блядь, 5%, блядь. Воид босса потом поймает, будет водить, а ты потом там подхватишь, там у него же хуй на хп будет. Вася, дай БР. Там он уже дал по нему. Он, походу, сдох опять, бля. Ну, блядь. Рисайте опять, у нас милликрита нету. Марлу, давай ты. Они не прокликивается. Собран. Что не прокликивается? Вот я стою возле него, второй этого взял. Невозможно применить, пишет. Через таргет. Ну, через таргет пришло, сори. Ладно, чтобы приготовились там босса добивать, блин. На пулы все вайда дали. Арт, забери. Как Войд сдох? Ты не прожался? Не поворачивай в рейд, отверни. Нужно БРить. У кого БР еще есть? Хочу какать БР. Да добьете там, Селян. Как добьем стаки? Бафы обновите по Войду. О, а мы только говорили, что винтовка ни разу не падала. Нету. Чё, дох, получается ГЦ, блядь? Без пуха, блядь. Так она никому не варов нету больше, кроме тебя. Скидывай вправо, Егор. Погоди. А, подожди, не пуль, подожди, пусть таки слетят, не пульте, блядь, мы сейчас подлетаем, нахуй.
аура от огня стоит. Макс, а где остался ДПС по боссу? Да, я. Ну, линка не, пожалуйста. Все, ждите, пока стаки слетят, кушайте там, хильтесь. Вечно какая-то хуйня, блядь, с рекаунтом в этом ебаном нахуй ульдуаре, блядь, я не понимаю, что за хуйня. Как же срамно. Сбивайте косты, дох. Тех баньте, локи есть у нас здесь что-то. Это... Сейчас сдохнем на трэше, блядь, охуенно, блядь. Пулите просто как цари, пацаны. Да там стояли вокруг этого, он откинул. Грипайте, алло. Сейчас танк скину. Сейчас я грипну. Следующий я. Следующий грипп. Ну я морали кидаю, он больше ДПС дает. Ну давай лучше Женьку, он больше дает. Я просто на трэша больше даю. Подойдите все чуть поближе. Лучше. Лучше, может быть, даже и долго. Лучше, наверное, Женьку. Ой, встань еще поближе к рейду.
груди наш зашел. Я думаю, тут уже можно будет и это засвечить. Рыбу кушайте. Так. Вой, тогда на боссе артстайл поводишь, мобов полопаешь. Берешь моба, заводишь его в центр лужи, смотришь, когда он покраснеет, на нем должно, по-моему, быть 10 стаков, и заводишь его в лужу, да, когда он красным становится. Завел в лужу, отходишь, его лопают, и рядом с ним не стой, потому что если ты будешь стоять рядом и лопнешь, есть вариант, что можешь отъехать нахуй. Что, долго не надо? Да не, это же офспек. Она по факту нахуй никому не нужна, поэтому нормально все. Пусть Тоха одевает танка, блять, он может когда-то понадобиться. Нам нужно этого. Вайда деть на ДКшника. Ну вот вроде как бы палом играет мэн, не? Ну, ну надо ДКшника тоже одеть, чтобы было. Что десятки будет ДК. Ладомир дает Сакуру первый. Вторую дает артстайл, потом Егор закрываешь. Сейчас подождите секунду. Когда говорю стоп-каст, это значит, что Ладомир дает этот. Тёма, ты зашел там или что? Я его вообще не слышу. Так он говорит или что, не пойму? Да-да-да, здорово, я тут. Что там у тебя нахуй не получилось? У меня вообще все не получилось, клиент ебанул. Да. Дай пацану тогда ЕП, потом может на допронос зайдет. А чё, давай я пока какать уступлю место, вы же тут пока легких боссов идете. Да, пойдем без РДД крита, ебать тебя вратяку, и так сойдет нахуй. А, совы не... Так, чини это, не выдумывай. И так нахуй сойдет, ебать, мы и так сильные, бля. Ты видишь, что половина людей из мейн состава нахуй не поприходила. Среза нет, столовки нет, нечаянно нет. Эми нет. Хочу какать, напомнишь, я тебе потом дам. Ну, сколько мы боссов убьем, я тебе столько и поедам. Дать ему телепорт, Долоран. Поставьте спорт где-нибудь там подальше. А, я его кикнул. Нажми камень. Нечаянно пишу, что он здесь. Ну, а чё он в рейд не плюсовал? Сидит там, блядь, на этом. Твинки, ебать, гасит. Ну, типа, а куда его сейчас засовывать? Ну, блядь, уже никуда. Ну, мне минут через 30 надо будет уйти, на минут 20, нахуй, 30. Шкаф поставите?
Артём Лоя, который ты на мобах. Угу. Грудя, сумонься уже, а? Сумонись, сумонись. Забафали шамана резко. А рыба, он стоит, бери, ешь. Да. ДП, это ДПС чек, блять. Чек на готовность, бля. Бля. Гимн, кто первый отдает? Будут сакры давать. Пидор нахуй ебаный нахуй. Хейтит Арч. Стоп-касс, сакра. Следующая стал твоя. Разбейте моба там кто-нибудь, у меня кожа взяли. Разобью. Классно. Вася, есть бы Владимира? Вася, поднимай Ладомира. А Марлу, Ресни, я не знаю, кого. Блять. Вот, забери Марлу. Женька, пускай рисует. Забафайте, пожалуйста. Стоп-каст. Сейчас я босса в таргет возьму, буду говорить. Гимн на хп, да, Лёша? Уже дал. Что-то с мобами какая-то хуйня. Лопайте моба быстрее. Заводи, заводи. Стоп-каст. Прохил, прохил, прохил. Подумайте, рейд. Владимир, сакра откатилась. Моба лопнули. Владимир, когда в следующий раз скажу стоп-каст, сакру отдаешь. Потом артстайл, потом Егор. Стоп-каст, Ламир Сакра. Арста, следующая твоя Сакра. Убегает моба, лопайте моба. Леш, тучку. Я в тучу, в туч. Ебать, он тебя хуярит туч. Ты оно не сразу нажал. Егор, у тебя сколько до Сакры? Значит, сейчас Егор дашь сакру. Стоп-каст. Гимн на хп, дай Даша. Следующий тогда Егор дашь, если тебя ты не давал. Леш, дай гимн на ману. Все, на следующий даю, каст даю, Егор даю, дашь. Даю.
Димон, ты моба вводишь не в те лужи. Надо вводить в новую всегда, потому что он пропадает. На войде. Стоп-каст, Егор Сакра. Вот сейчас... В новую лужу всегда вводи, Димон. Да, сейчас как раз исчезать будет. Успеешь, нет, я не знаю. Вот моб еще вышел. Забирай моба сразу, Дима. Ёб твою мать, опять. Хейтит. Тучка в КД. Че, хардстайла должна быть с экрана, жмешь. Забирай двух мобов, веди в лужу. Да, че, угораешь? Хейт. Стопкаст, сакра. Новый трэш вышел. Забирай моба, Дима. Вот возьми его нового. Он должен сам собрать все. Стоп-каст, сакра, Ладомир. Ну они уешат, если что, мобы. Чё-то. Угу. Лопайте мобов, которые в воде стоят. И играйте до конца по боссу. Артстайл, просто мобов собираешь и выводишь в сторону. Да ты у босса стой, ну зачем ты в ту ведешь? Сейчас она исчезнет, вот тут вот лужа. Блять. Стоп-каст, гимн на хп дай, агонист или Максим? Даю. Соберите, Артстайл, возьми мобов, просто отведи их в сторону нахуй и все. Да, там два ляма. Играйте до конца по боссу. Путно вообще пиздец. Хорошо. Дамага нет. Да, я вижу. Так упали ж люди. Резайте людей, потом убегайте. Спасибо. Смотри, кому истерик надо кидать, блядь. Я пока не сдох, я на косарь вез по ДПС мутиком. Женёк, у тебя же есть микрофон, нахуя ты пишешь, скажи мне, блядь. Ложный выпад называется. Поставьте рыбку. Вася, стрим охуенный, кто бы что ни говорил. Да. Вот, мой ты золотой, мой ты родненький. Просто пушка, нахуй, просто. Мой ты родненький, Артём, мой ты... Ты это, зафоллоился, Артём? Парни, я не верю, что Торим упадёт, блядь, через 2 минуты заходим. Охуеть, блядь! Убили Торима, блядь. Как так-то, блядь? В смысле, мы починили просто и все. В одного танка, блядь, нахуй. А, смотри, вот как этих мобов, типа, убивать. Вон, видишь это, я звездочку поставил на мобе. Компакт-бот, который. Вот ты его там и танчишь. Вот ты его прям за кучу туда заводишь и там танчишь соло.
Остальных собирай всех, вот, и по техникам играем. По крестику первый гриб дам, второго техника там кто-то застанет. Да, компакт-бота там оставляй прям. Пошли. И уводи его туда. Дальше, прям за кучу туда его прям ставь. Он тебя, по идее, не должен убить. Кто-нибудь из хилов вот сюда подойдите, сюда к арт-стайлу, поближе. Во-во-во, Владимир, все. Я самому мутика захотелось затестить, да. А? Похоже на вызов. Я бы сейчас пошутил, но ладно, не буду. Да, Настя. Мне просто недавно в спам кидали, типа, что мутика это говно. Ну, общаюсь. Я тогда 206-я была. Общаюсь с другими людьми, типа Тинлау, с которой находятся там люди в топовых гильдиях, она говорит, что я комбо там чисто для бафа, блядь. Или барб сам можно брать. Т4 нету, кап арпа нету. Комбо такое себе пока что. Но комбо типа только в десятках заебись, типа мутик только в 25-ках играется. Типа десятки, тем мутиком не пойдешь. Там клиф нужен. Ну вот у меня есть два даггера, блять. Правда, у меня 20 мастерства, я думаю, блять, пойдет. Точно такая же ситуация. Представил, уводи этого компакт-бота со звездочкой туда. Всех остальных здесь убиваем. Танки готовы, давайте пулять. По ближнему я дам гриб, по дальнему дайте стан технику. Вообще ну, спасибо, точно. Нельзя по дальнему стан дать. Я, наверное, в мультике так по сердцу не бурстану, как в комбате, блядь. Нет, конечно. Череду, блядь. Аккуратно там. Сейчас он опять развернется, пауэйда уебет. Че, может попробуем, типа, не стопать? Или осторожно, там босс близко. С кем, блядь, тут пробовать ты собрался? С тобой. Ради интереса просто. На, нахуй, блядь. Красиво, блядь. Я не знаю, есть ли в этом интерес, блять, нахуй, вайпаться, блять. Если кому-то интересно повайпаться, можем, блять, повайпаться. Сейчас так развернулся, убил их. Стопнуть на 20 секунд, потом заехать, я не вижу в этом никакой проблемы. Так, все на пулы вайда, мы тут в одного танка. Арт, спекайся, ага. Да, он спекнулся. Все красиво, бафчики, рыбка. Классочки обновите там. Хотя они еще вроде не закончились. Также. А, у нас же он спекнулся, ладно, похуй. Лапа есть, пристабав есть, рыбку поели все. Чек на пул. Бурсты, всю хуйню держим под сердце, блядь. Сиди, пей, чё, давай, пуляй.
Смотрим внимательно на Хейме. Там, может быть, будут выходить только светлые, так что готовьтесь ко всему. Кирюх, стоп, заносишь там. Да-да. Стоп, иди по боссу, отошли все от босса. Так. Дох, зайди в рейд обратно, не надо там стоять. Леша, бей босса. Который литературе. Асмодей прохил. И на хп там дай крик, чтобы у рейда больше хп было. Так, литературе бьет босс. Аганис тоже, начинай босса бить. У меня уже все откатилось, я думаю, у всех так же. На хп крик. Он там. Может, до тебя не достал. Подходите все к боссу. Два шп бьют пока, сейчас. Прохиливайте, после этой херни будем переводить. Поехали, Гера. Так, внимательно заметками смотрим. Станьте все немножко правее от босса. Когда будет белое, будем выносить в крест. На войде. Да вот, стой на месте. Сейчас просто резко все в искру. Одна секунда, поехали. Черную дальше выносить. Нет, ты знал, что ты нахуй отсюда ее. Где ты нахуй ставишь? Ты что, ебанулся головой, блядь? Слэй, сейчас выйдет. Аня не вышла, он умер. Аганист, выноси нормально только. Прям за нее поставь. В тучке вот, красиво. Чуть-чуть, может, отведешь босса чуть-чуть ближе к кресту, наверное, чтобы было место. А потом спрашивайте, почему вы в рейд нахуй не берете людей? Груди, выноси. Вася вынес. Может, блять, этого подымем, блять. Лою, блядь, Вася. Вот не, Вася. А если Вася? Келени вынес. Вася встал, забафали его сразу резко. Пристабаф, лапа, крик на хп. Прохиливаемся. Венесса. Пристань, проебите. Блять. Грудя, держи. Тех, кто выносит, блядь. Я и держу ее. С ней не бежал. Дальше, дальше, дальше. Да. Не тупи, блядь. Втели ее плотно к той. Макс,
волшебник. Какой молодец. На мне. Точно так же, кош и обратно. Все, направо, там начинает пропадать, будем выносить направо. Марло. Фридом по нему щит, быстрину всю хуйню проведи. Близкость или к предыдущей. В чем сложность, блядь? Венесса. Прохиливаемся. Сука. Коша нет, блядь. Женек, давай, выходи. Смело, зеленочка. Максим. Васька, держите, не проебите. Волшебник. Рога. Пиздец, урона нет. ДПС чистая хуйня. Владимир, ГЦ, блядь, бисовый грудак на тебя упал, дождался. Ну, Женек, что мы? Я говорю, грудак упадет. Миша. Миша, штаны. Бухаем. Да. Егор, скорее всего, колечко, да, блядь? Мишаня. Не будешь врать? Ну, как хочешь. Нормальная хуйня. Мишаня, ну шо, ГЦ, блядь? ГЦ. А ну дайте по сердцу, кто сколько заехал. Нахуй. Че, в туалет отойду от меня? Да. Ля, ебать, сука, бомжиха заехал. Ты видел, нахуй, охуел, блядь. Не было две недели, ебать, топ ДПС. Где, блядь, а ну дай гляну. 19-й, блядь, это топ ДПС? Я лежал дальше. Так и что, блядь, а в чем проблема? Глыбу отдать, нахуй, засейвиться, блядь. Ты шмах, нахуй, блядь. Читманы отдать. Лох, сука. Фу, блядь. Ебать, топ ДПС по сердцу. Ну да, если б я в мутике был, я б тоже, наверное, б хуйню надамажил. Так в комбате бурсты, ебать, ебейший, нахуй. Не надо никому, да, кольцо, еще раз прошу. Егор, возьми себе кольцо, что ты не хочешь? Приор, он не хочет терять. А, оно ж, блядь, подожди, оно без крита? Оно без крита. Нет, без хвоста.
Да, ну без крита, ну хуйня. У него два кольца на мастерство на крит. Он там по мастерству по пизде пойдет. Понял. Что тебе надо, Егор, еще раз? Войду на ДНМД. У меня неустойчивый детонатор, есть одна штука, блядь. Там ДКБ же вроде, Егор, куча. Сейчас я возьму, вот даже банк поставлю. Сколько тебе надо, Егор? Трэш спулили уже. Блять, ну я уже не поставлю, блять. Бейте мобов. Ремонтников бейте только. Я не понимаю, нахуя пулить, если не все тут, блять. Кто нахуй спешит куда-то, блять? Да я войско закастовал, запулил. Ну нахуй его было кастовать? Нормально все. Ну чтоб не шопнули. Череп, да играйте все быстро. Там уёбку косты не сбиваются, блядь. Еще ремонтник. Череп на него поставил, играем. Давайте вот этих мобов добиваем, 5 минут переход. Делайте там свои чарки, яркие. Я сколько это? Месяц назад тогда, блядь? Ну, не месяц, может, недели три, наверное, назад, когда Этерналы собрание убили в Хейме. Собрание в Хейме убили. Они, блядь, показывали видео, блядь, там у них Люмикс в мутике почти 11к хуярил. Так это было, блядь, месяц назад, нахуй. Да, я понимаю, что там есть бафчик, который апает, все остальное хуйня, но на первом месте по ДПСу был, блядь. Егор, ты тут? Там БВЕшка в мобе лежит. Да сказали уже. Это чистая хуйня. Егор, что тебе надо? Не устойчивый детонатор? Пригоршь кобальтовых болтов 6. Есть, что еще надо? Сколько детонаторов надо? Егор, прием. Меня слышишь, они? Да. А что с Егором? Где пропал, блядь, пацан? 5, понял. Держи. Настя, сколько ты уже хосты собрала? Я не знаю. Какие шмотки есть, какие брала. Ну, хосты сколько? А, хосты сейчас, скажу, 5760. А, стой, стой, это ад. Понял, блядь, нихуя себе рога 5к хосты. Там просто... Чисто как Майвезер в молодые годы, нахуй. 501. Там, где скорость написано. Урон, скорость, сила атаки. На скорость наводишь и все. Сколько? 501. 501 это охуенно для мутика, реально охуенно. 5000 лучше. Не, ну 5к интереснее, конечно, блядь. Ну у меня оружия нет нормального. Ты видел, у меня 1.5 просто в мейнхенде. Да, ну у тебя из-за этого яд там нормально разгоняется. Ну, в принципе, тебе вот такие нужны. Ну, то, что у меня сейчас есть, как бы, я не скажу, что это пушка, но, блядь, они, ну, поинтереснее, блядь. На экстрамасе один. Так, ну, да, неплохо, с дыркой. Ты где такие, Ульдор, с десятки? Это с десятки железного собрания, с гир. Да, нормальные. У меня вообще не такая мастерства, мне пришлось все камни и вирки ставить на мастерство. Ты можешь вот такой купить штаны, все, смотри, как у меня.
Ага, купить. Я посмотрела ценники, у меня в кармане 2000. Я весь день сижу, йети убиваю, чтобы накопить на что-то. И то меня все убивают. Вот такие неплохие штаны. Ну, я тебе, к примеру, они там не супер каких-то сумасшедших денег стоят. Сколько они стоят? Не знаю, но я за 15 покупал, блядь. Ну, в принципе, там, я думаю, они где-то так же и стоят. Ну, еще у меня, типа, я мутика могу, блядь, вот так собрать, смотри. У меня вот так есть. Но у меня мало хосты. Т4 не будет, я комбо-то вообще даже не задумывался об этом. Ну, сейчас то же самое, комбо по факту только для рейдбафа, блядь. Ну, он там дает ДПС, но в топ ему не ворваться. Ну, почему? Люмикс, ты про него говорил, так у него там 6% этого урона, там, у него все там супер-пупер. Ну, он же ж комбо-то, не комбо-то, а мутик. Не, мультик, да, я знаю, знаю. Ну, у него, ты видела шмот? Там 39-го, блядь, половина шмота. Строгой. Я если себе комбо-то соберу, у меня, типа, блядь, этот... Хосты мало, у меня 303, это ни о чем. Я не могу себе тоже, блядь, если одеваю штаны вот эти, например, сетовые. С хостой. Как бы, да, тут уже так 375, еще какую-то там шмотку можно что-нибудь придумать, поменять. Забузи чуть-чуть хосты. Ну ты хотя бы 400 набери, если у тебя пушки нормальные. Но у меня 375. А нет, пушки такие, тебе надо 600 даже. У меня 375 пошли. Хосты, но если я сейчас поменяю СП, у меня будет 15 мастерства, блядь. Я понимаю. Я вообще вот с вами ходила, когда 206-м рогой. У меня было там 2% меткости и 0 мастерства. Поэтому как бы неудобно было. Давай. Скорее всего, лучше будет одеть, например, перчатки с сетовые без арпы. Но они как бы на мутика нахуй не нужны с арпой. Вот так. Ну, короче, надо будет это поклацать, посмотреть. Пока смысла в этом нет. Тут рыбку спереди поставили, можете покушать. Да пуляй, пуляй, потом поставим. Блядь, с метки выходите. В мелизоне метка лежит прям. Еще протяни. Был бы кому-нибудь другого комбат, я бы, может, в мутике побегал. Комбатов нет, блядь. Напомни, что комбат дает из рейба. 4% урону. А, блин. Я взяла, только у меня вообще шмот нет. Ну, то же самое армс дает, но у нас армсов тоже нет. Саня. Да. Что думаем, блядь? Может, мы тогда собрание скипнем, блядь? Когда будут нормальные танки, придем, блядь, его попробуем в хэме потратить. Если что, в обычке мы в любой момент его убьем. Я, кстати, я за хэм, потому что он несложный. А что там падает? Бисовые плечи на тебя в хэме. О, кинжал. Там меткость, мастерство, блядь. Ой, меткость, да, меткость, мастерство. Ну неплохо, неплохо. Только приора пока нет. Там бисовый дагер падает и бисовые плечи на тебя падают. Ну, смотри какой. А у вас тоже падает? Нет. Сейчас, а второй окно закрою. Плечи с двумя сокетами, дагер с сокетом, охуенный, блядь. Вы пулю аккуратно трешь, прям аккуратненько. Тут уже редко попало. Саня, я тебе скажу по факту, блядь, ну с тем, что я вижу на роботе, мы даже, блядь, Торима в хэме хуй ебанем. А что, мы собрание не идем сейчас? Нет. Нет, нет. Аккуратненько. Давай.
Смотри, можем сейчас как сделать? Ебанем Калагарда, ебанем Аурию. Мимирона все равно мы в Хейме бить не будем, поэтому пойдем убьем Мимирона. И, наверное, убьем Фрею Визу, блядь. И тогда, наверное, все. А потом пересоберемся, когда придем, заберем собрание. Торима и Ходера заберем. Потому что ну, не хочется Ходера, блядь, в обычке убивать. С него, блядь, там это... козырный лут падает, блядь. Ты что, думаешь, Фрею не убьем? В Харде? Обычно. В обычке убьем. В Харде нет. А с Ходера, блядь, в Хейме падает, блядь, охуенная пуха, блядь, там на Холи Пала или на Шамана 39-я, посох 39-й, шея, блядь. Ну, короче, все там дохуя козырного лута падает. А эту Фрею в Харде? Фрею в Харде нет. Чё с неё падает? Там мобы ебанутые. Не, лут там хороший, блядь, но мы её в Харде не потянем этим рейдом. Ну, этим понятно, но может её тоже тогда оставим? Ну, мы её... Да хуй вас, там, наверное, не хватит и, блядь, другими составом, блядь. Ну, там у мобов будет около, по-моему, 6,6 ляма хп, это у большого дерева, блядь. Сука, обожаю, когда этот тип вылазит такой, ебать, вы меня давайте, спалили. Ставьте рыбу. Артстайл. Кто еще? Артстайл или Мораль, либо Егор. Лучше, наверное, Мораль, потому что, блядь, тогда батарейки нахуй не будет. Ну, да, как бы ретрика, наверное, стоит оставить одного. Бля, где Мораль-то? Мораль, прыгай тогда в танка, будешь с артстайлом... Не, подожди, артстайл будет, блядь, трэш собирать. Так, ханты, значит, на пул в артстайл, артстайл, ты под рукой стоишь, понял, мобы вышли. Нассал лужу, ебанул тарелку, блядь, и туда, к камням этим красным, которые, блядь, валяются, увел. После того, как увел, въебал по ним расовый стан, и, блядь, РДДшники их заливают, нахуй. Женек, ты где делся? Мораль бежит, он умер уже тогда. А это Женек и Мораль, один тот же человек? Да не, мне просто пэт, дурачок, начал дергаться, как бешеный, уже трэша и согрел. То пришлось умирать. Так что делаем тогда так, Калагар, Таурия, Мимирон и Фрею Визи убиваем. Оставляем Ходера, Железное Собрание, Торима, ну и Везекс, Йох. В пятницу на сутках завтра, если что, я буду. Ну, мы, наверное, сделаем как? На субботу все смогут прийти? Ну, типа, выходной день, мне кажется, будет проще собраться. Завтра, типа, там поставим ОС, ОКО, НАКС. Ну, кто захочет, кто придет. Готов, да, жмите. Кто в субботу готов. Кто в субботу придет, нажмите сейчас да. Ну, Женек не может только. Все. Остальные могут, получается? Ну, все. Смотри, срез будет в субботу. А, Женек может. Ну все, да, все. А, ну Саня, тогда все. Не... Саня, ну, ты сказал... Факт, ну похуй, чё. Ну я не факт, на самом деле. Не знаю. Ну хорошо. Смотрите, тогда сделаем так. Завтра поставим на расписание НАКС ОС ОКО, блядь. Пойдем поделаем проходки, там пододенемся, может кому-то что-то на мейнов надо. Ну конечно, ЕПшку пофармят люди, вся хуйня. На субботу ставим допронос ульды. А в воскресенье, там, понедельник, вторник, среда, там, десятки, хуятки, ну, заниматься будем чем хотим. Чтобы сильно много дней не забирать РТ, то есть, получается, у нас основные дни РТ вот, на этой неделе, получается, четверг, суббота, завтра, как бы, ну, по желанию, кто хочет, пусть приходит, кто не хочет, пусть не приходит. Тут никого заставлять не будем. Анимешников вот этих ебаных, нахуй. Я вообще забью, короче, все, пока. Ты просто теперь в черном списке. Как ты там подписан, я же забыл, блядь. А все, я Вов удаляю пока. Подожди, Васек, а где ты? Вася стример, блядь. Я, блядь, сейчас перепишу, нахуй. Да не трогай заметку, убери руки. У меня он даже на Ctrl-C, блядь. Не трогай заметку. Цу на моё, блядь, нахуй. Ну, напиши просто Sailor Moon, блядь. Призма. Дай мне силы. Васёк, я тебе предлагаю этот поменять паспорт, сделать себя Василий Sailor Moonович, нахуй, блядь. Чтобы у тебя отчество было Sailor Moon. Кого, блядь, нет. А чё, нормально, блядь. Звучит, ебать. Василий Sailor Moon.